И снова вернемся к изменениям в законодательстве, принятым на этой неделе. Вот еще одно важное нововведение. Запрет на применение гражданами на митингах и массовых манифестациях петард, фаеров, фейерверков и появление в закрывающих лицо масках и в касках. Последнее, с одной стороны, вызвало возмущение участников манифестации, а с другой стороны, этот запрет, если разобраться, направлен против вполне серьезного и тревожного явления. Давайте вспомним, что же происходило в стране за последнее время. 17 января во Львове группа молодых людей из движения «Правый сектор» забросала петардами здание Львовской областной прокуратуры. Эти же молодые люди разбили витрины и обрисовали аэрозольными красками один из мясных магазинов в центре Львова и вступили в драку с пытавшимися их задержать милиционерами. 2 января в Киеве националисты провели факельное шествие по случаю 105-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. В разгар манифестации несколько участников акции забросали горящими факелами вход одной из гостиниц в центре столицы. А вот еще одна тенденция, которая началась с уничтожения памятника Ленину в Киеве. За последний месяц монументы в память о вожде Октябрьской революции были снесены или повреждены в Винницкой, Житомирской и Полтавской областях.